Гитары, трубы, скрипки и национальные костюмы. В Мексике стартовал фестиваль мариачи. В ярком музыкальном шествии участвовали тысячи человек. Фестиваль мариачи считается чуть ли не самым важным мероприятием в Мексике, а его церемония открытия обычно особенно торжественна. Вообще же музыкальные шествия в рамках фестиваля проводятся каждый день. Присоединиться к ним может любой желающий. Кроме того, гостей и участников праздника ждут интересные экскурсии в мир мариачи. Это беседа о костюмах, ритмах и музыке. Мариачи – один из самых распространенных жанров мексиканской народной музыки. Она включена в ЮНЕСКО, в список культурного наследия человечества.